Эпидситуация по коронавирусу в Кашхабском районе следующая. Всего больных ковид зарегистрировано 342 человека. Из них выздоровевших 216, на лечении находится 126 человек. Что касается образовательных учреждений, до наступления осенних каникул на изоляцию были отправлены 5 классов. Дошкольные образовательные организации работают в штатном режиме. Изолированных групп нет. Говоря о соблюдении санитарных норм, можно с уверенностью сказать, что они исполняются. В районе созданы 9 межведомственных групп, которые постоянно контролируют места массового скопления граждан. В частности, это магазины и предприятия. Несомненно, что на улице стало гораздо меньше людей. Вот это место является излюбленным у жителей райцентра. А сейчас мы видим, что гуляющих практически нет. Согласно распоряжению главы Республики Адыгея, а также главы Кашхабского района, все развлекательные мероприятия на территории района отменены. Марина Хубсарукова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.